Президент Татарстана вручил ключи от 16 автомобилей сотрудникам Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. Как отметил Рустам Миниханов, новые машины помогут более оперативно выявлять нарушения природоохранного законодательства. Сотрудники МЧС начали объезд жилого сектора, где проживают одинокие пенсионеры и инвалиды. Вот уже 7-й год подряд спасатели и волонтеры очищают от мокрого снега крыши и дворы. Адреса нуждающихся в такой помощи предоставляют органы соцзащиты. В Татарстане все ледовые переправы закрыты для транспорта. Об этом сегодня сообщила МЧС Татарстана. Утром инспекторы по маломерным судам провели проверку участков Аракчино-Верхний Услон и Зеленодольск-Нижние Визовые. По результатам было принято решение о прекращении движения по льду. We'll be right back.